Следующая номинация у нас тоже такая всеобъемлющая, называется «Талант года». Но, конечно, ярко, талантливо о ней рассказать может только Наташа. Это вы думаете, талант такой рассказывать, обо всем интересно? Ну, по долгу своей работы уж мы, журналисты, с такими людьми встречаемся и такой восторг испытываем, понимая, что все они живут на Омской земле. Вот какую бы сферу мы ни взяли – спорт, политику, музыку, воздушную акробатику, пение. И сегодня вы еще увидите прекрасные здесь номера. И все это у нас. И нам в этом есть чем гордиться отношении. Омичи активно предлагали свои кандидатуры для голосования. И давайте мы посмотрим финалистов. Все внимание на экран. Номинация «Талант года». Умит Гасан Аглы Миргасанов. Фокусник-иллюзионист. 4376 голосов. Участник и организатор развлекательных мероприятий различного уровня. В повседневной жизни выступает на улицах Омска. Участник благотворительных программ «Больничные клоуны» и благотворительный аукцион от благотворительного центра «Радуга». Александр Максимов. Фоторепортер журнала «Сибирь и я». 5095 голосов. Работает в журнале с момента его основания. Поклонники считают, что он настоящий мастер профессиональных съемок людей и событий нашего города. Среди любимых тем – автомобильная тематика, фотозарисовки о детях, природе и животных. Андрей Картавцев, музыкант. 5269 голосов. Омский композитор и певец, чей талант давно перешагнул границы региона. Его песни с успехом исполняет солист знаменитой группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, а также французские и польские музыканты. Лауреат телефестиваля «Песня года 2013». Приглашаем финалистов на сцену. Ну а награждение в этой номинации будет проводить человек, который тоже, безусловно, талантливый педагог, руководитель, человек, который, ну, своими руками создает славу Омской области, вот ничуть не преувеличиваю, наш большой друг, друг 12-го канала, человек, благодаря которому 2 года я зимой ношу валенки и тулупы, а летом с детьми, значит, окопы рою и по болотам прыгаю. Василий Минин, председатель общественной организации «Кованарать», «Служила люди Сибири». Главный военно-исторический реконструктор нашего края, служилые люди Сибири. Спасибо. Добрый вечер, земляки. В первую очередь хотелось бы сказать о своих чувствах. Чувство радости. Сегодня вижу такое большое количество талантливых. Для меня талант и творчество – это очень близкие понятия творческих людей. Радостно, что наша земля в таком количестве просто их рождает. И что мы, ну, как кладовой являемся, или не знаю, то есть каким-то заповедником талантов. Когда я был маленький, папа меня, точнее, я услышал от отца выражение «творческий человек». Я его спросил, а кто это такой? Ну, мне стало интересно, чем обладают удивительным и уникальным эти люди. И он мне ответил достаточно просто и емко. Это человек, который работает всегда. То есть он спит, он ест, он ходит, он приходит на работу, занимается какими-то бытовыми делами, и он всегда работает, у него голова всегда работает. Он постоянно что-то обдумывает. И вот за вот это хотелось бы сказать первое спасибо. Второй раз, когда я понял, что такое творческий человек, это было уже в институте, когда я погрузился в среду худграфовцев художественно-графического факультета и увидел вот этих людей, немножечко сумасшедших, немножечко странных, потом познакомился с театралами и в жизни много сейчас, в принципе, с творческими людьми общаюсь и понял, спустя какое-то время, что это люди, умеющие шагать в неизвестность. То есть это люди, умеющие создавать новую реальность. Причем это такая ответственность и это такое мужество. По большому счету, люди, умеющие создавать наше будущее. И вот за вот это второе спасибо. И
Поздравляю вас. Итак, награду получает фокусник-иллюзионист Умид Гасанаглы Миргасанов. Награду получает Александр Максимов, фоторепортер журнала «Сибирь» и «Я». Ну а победителем в номинации «Талант года» был признан композитор и исполнитель Андрей Картавцев. Андрей, мы понимаем, вам как-то сподручнее петь, но мы вам предлагаем сказать несколько слов в зал. Могу и спеть. Добрый вечер. Я очень рад получить, ну, счастлив даже получить награду «Талант года». Я хочу сказать спасибо всем тем, кто голосовал за меня, кто переживал, моим родным, близким, все, кто любит мое творчество. Без них ничего бы этого не получилось. 12-му каналу большое спасибо. И хочу сказать спасибо большое всем вам, то, что вы пришли в этот вечер поддержать всех номинантов. Огромное спасибо. Спасибо. И под аплодисменты самые талантливые люди города. Прошу в зал.